Я на месте. Эта хата не похожа на хату банкира. Да ты чё? Я этого лысого банкира месяц спасу. Они все на дачу свалили. Так что работай. Ты знаешь, я тут книгу интересную нашел. Ты чё, туда за книгами пришёл? Хурбу не мети, дядя. Читать научился, что ли? Да ты остынь, дурила. Тут про нас с тобой. Я в шоке. Ты, наверное, у них в баре нализался уже, да? Скотина. Ты только послушай, урод. Что здесь написано? Аллах проклял вора. А дальше, о сын Адама, если придешь ко мне с грехами, который заполняет собой всю землю, и покаешься, то я обязательно дарую тебе прощение, которое покроет собой все эти грехи. Хадис привел Термези. Прикинь, да? Может, ты там кофе попьешь? Поспишь? Я хату нашел, все по ней пробил, сигнализацию отключил, а он там книжки читай. Здесь написано: и сказал Аллах, о сын Адама, поистине, если ты попросишь прощения за свои грехи, то я прощу тебя, каким бы они ни были. Да пошел ты. Аллах запечатал их сердца и слух, а на глазах у них покрывало им уготованные великие мучения. Да. Что, интересно? Стоять! Руки за голову! Пристрелю! Ты что, не боишься меня? У меня ж ствол. Мне бояться надо. Мальчик. Я боюсь только Аллаха. Аллах? Где твой Аллах? А? Где Аллах? Где? Под столом? А? Чего он не поможет тебе? Боже, как больно! Вот видишь, ты уже и Бога вспомнил. Хватит читать мне мораль. Пристрели меня. Я и так устал от этой дерьмовой жизни. А ты что, всю жизнь воровать собрался? Знаешь, братишка, я слишком много совершил грехов в этой жизни. И вряд ли мне Аллах простит мне их. Я вор.
Я живу по понятиям. Аллах прощает грехи, если человек раскается. Это где так написано? В той книжке? Как она там называется? Хадисы. Ты знаешь, у меня было 4 ходки. Я изобрел уголовный кодекс от корки до корки и кучу разных книг. На тюрьме много времени. Но таких вещей, как эта книга, я встречаю впервые. Можно я ее украду? За воровство без раскаяния человек горит в аду. Я могу ее тебе подарить. Мне? Подарить? Я ж твою хату кинуть пришел. А ты мне подарки предлагаешь. Ты же мне все равно завалить хочешь. Или ментам сдать. Так что определяйся быстрее, братишка. Я просто хотел помочь вам. Мне? Зачем? Тебе за это платят? Конечно, мне это зачтется. Самый важный день. Судный. Мишало. Это что за день такой? Это когда, как у вас говорят, будет спрос. Только не такой спрос, когда можно что-то утаить или скрыть, а большой спрос и жесткий. Когда человек, сделавший зло, вспылинку, увидит его. И человек, сделавший добро, вспылинку, тоже увидит его. А если у человека не пылинка, а барханы разных дел? В хадисе сказано, и сказал Аллах, о сын Адама, если ты придешь ко мне с грехами, которые закроют собой всю землю, и покаешься, то я обязательно дарую тебе прощение, которое покроет собой все эти грехи. Где-то я это читал. Скоро время намаза. Я должен освежить омовение. Можно я тоже? Что? Попробую. Да, конечно. Thank you.
окном ошибся. Ничего просто так не происходит. Даже листок не может упасть с дерева сам по себе. На всю волю Аллаха. Thank you.